Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне, благодаря нашему девизу и нашей эмблеме, а также благодаря Психфармачу, который теперь у нас есть и который живет рядом с нами. Мы сегодня будем вам рассказывать о пяти главных признаках фуфламицина в его инструкции. Да-да, мы вас учим искать признаки фуфламицина именно в инструкции препарата признаки простые, вы легко их найдете и поймете, что перед вами фуфломицин. Это очень-очень важно. Вот литература, которая посвящена фуфломицинам, она вся основана на том, что есть доказательная медицина, она, конечно, есть. А когда то или иное вещество исследуется там, при помощи специальных методов исследования, исследование должно быть хорошо организовано, тут все правильно, все нормально. Ну и, соответственно, люди, которые вам говорят о том, что это все фуфломицин, они говорят, вот здесь такого следа нет, здесь такого следа нет, здесь такого следа нет. Ну и вы должны им верить. А сами вы ничего сделать не можете. На самом деле мы считаем, что наши зрители достойны того, чтобы самим распознавать фуфломицин. И сегодня Пять признаков у которые вы легко можете найти в инструкции. Это не значит, что у фуфламицина должны быть все пять признаков. Но у фуфламицина хотя бы один-два признака обязательно будут. Какие, и это очень важно на самом деле, потому что мы считаем, что люди сами должны определять фуфломицины. Не на основании какого-то там обзора, где говорится о том, что там чего-то нет. Нет, потому что очень часто бывает, вот, например, пишут там, что у какого-то препарата нет никакой там доказательной базы на подмете. А мы, например, смотрим, и есть доказательная база. То есть, на самом деле, полный волюнтаризм. Кто нашел, кто не нашел. В общем, давайте мы сделаем так, чтобы появление фуфламицинов было воспроизводимо. А самое главное, вам понятно. Психфармич нам так и говорит. Будьте понятны для людей. Итак, первый признак любого фуфламенцина это аналогов нет. Вот я думаю, что вы этот принцип легко поймете, потому что аналогов нет на технологии, они очень распространены в нашей стране. Что я имею в виду? Итак, вы заходите в справочник «Видаль». А можете в любой другой справочник, но просто справочник «Видаль», он очень удобный в этом отношении. Находите препарат. Ну, предположим, это «Лейнек». И дальше есть там такая плашка, она называется «Поиск аналогов». Вы просто нажимаете эту плашку, и у вас появляется надпись, что аналоги препарата не найдены. То есть аналогов нет. Почему аналогов нет у Лейнека? Потому что там нет никакого действующего вещества. А между прочим, действующее вещество обязательно в препарате должно быть, если это препарат, а не фуфломицин. Вот если это фуфломицин, то, конечно, действующего вещества там не будет. Что такое действующее вещество? Это фармакологически активное вещество, которое обеспечивает терапевтическую ценность скажем, лекарственного или растительного сырья, который изменяет функцию организма, собственно говоря, и оказывает лечебный эффект. Вот это фармакологически активное вещество. Фармакологически активное вещество, оно обязательно имеется у любого лекарства и называется по химическому названию или по международному непатентованному названию. Международное непатентованное название присваивается Всемирной организации здравоохранения. Зачем это делается? Вот какая-то фармацевтическая компания выпустила лекарство. Как правило, название этого лекарства защищено патентом. Ну и как же тогда действовать, скажем, врачам, которые должны обсуждать эффективность этого препарата в статьях, им что, каждый раз платить роялти компании, которая выпустила этот препарат? Нет, конечно. Присваивается международное непатентованное название, которое можно употреблять повсеместно, за которое не надо ничего платить. Это, в общем, удобно и очень хорошо. Или может быть название химическое по структуре и составу этого самого вещества. Ну, например, видите, здесь написано активное вещество, мало что того, что оно имеется, но оно называется здесь аминофинилмасная кислота. Да-да, МВФ, -да, как вы правильно поняли, химическое название аминофенилмасная кислота. Или, например, препарат под названием арипипрозол. Этот препарат арипипрозол может быть Ролатексом, там еще кем-нибудь. Но есть международное непатентованное название арипипрозол, которое вообще характерно для всех препаратов, которые это активное вещество содержит. А Идем дальше. И что же мы с вами видим? А у препарата ЛНК активного вещества-то и нет. А раз нет активного вещества, понятно, что речь идет, конечно, поэтому аналогов нет, поэтому речь идет, конечно, о фуфломицине. Следующий очень и очень важный признак – который называется активное вещество, нельзя просто так взять и уловить. Это третий важный признак фуфлобицина. Значит, еще раз, первый признак – нет аналогов. Второй – нет активного вещества. Третье – активное вещество есть, но его уловить невозможно. Что я имею в виду? Ну, возьмем, например, депротонизированный гемодериват крови телят, ну, проще говоря, актовиген, В общем, не вы выговоришь, это гемодериват. Значит, вроде бы, вроде бы, смотрите, здесь есть активное вещество, вот оно обведено. Ну и в составе этого самого этого вещества есть этот самый гемодериват. Откуда он происходит? Он, КПШ происходит из крови телят. То есть это особо обработанная кровь телят и является лекарством. Ну и вот давайте мы посмотрим, а можно ли это самое лекарство каким-то образом уловить. Для этого существует такая наука, которая называется фармакокинетика. Это раздел фармакологии, который изучает процессы всасывания, распределения, депонирования, метаболизма и выведения лекарственных веществ из организма. Очень важная, кстати, наука. Как, через какое время начинает действовать препарат, как препарат выводится. Все это очень и очень важно. Очень часто нас об этом спрашивают. Как-нибудь, наверное, начнем фармакокинетику вам объяснять. Ну так вот, если мы вернемся к этому самому октавигену, то с помощью фармакокинетических методов невозможно изучить фармакокинетические э, параметры препарата, поскольку он состоит только из физиологических компонентов, которые обычно присутствуют в организме. Иными словами, с помощью современных методов исследования уловить этот самый препарат октавиген нельзя. То есть у нас с вами нельзя выловить это активное вещество. Конечно же, значит, вот это само отсутствие активного вещества, оно покажется странным, прежде всего, ну, скажем, за рубежом нашей страны. Вот там, например, есть действительно ну, честная работа, что за более чем полвека действующие в составе эктовигина так и не были обнаружены. То есть непонятно, что там действует. Это признается честно. Выловить нельзя, соответственно, отсутствует, понять нельзя, что там действует. В нашей стране формально правильно, но по сути, конечно, издевательство. В нашей стране актовидин считают лекарством, хотя на самом деле, конечно же, это фуфломицин. Как бы то ни было, вы поняли, что если это фуфломицин, то активное вещество нельзя вытащить из крови. То есть оно, собственно говоря, невыявляемое. Есть еще один важный признак активного, собственно, фуфломицина. Это активное вещество внезапно исчезает. И действительно, как у то, сам, вот этих героев, все действительно пропало. Ну, приведем простой пример. Ну, скажем, препарат под названием цитофлавин. Препарат, улучшающий метаболизм головного мозга. Видите, мы все время ссылаемся на Видаль. На самом деле, те же самые данные есть и в любой инструкции, в том числе и в листе вкладыш. Итак, для того, чтобы действовать, циталопрам должен, как вы понимаете, улучшать метаболизм в головном мозге. Что же находится в составе этого препарата? Я думаю, ни для кого не секрет, основной компонент препарата – это янтарная кислота. 100 на 1 литр 100 граммов – это самой янтарной кислоты. 20 граммов инозина, затем идет никотинамид, затем идет рифлавин, их совсем немножко. Если мы теперь посмотрим в той же самой инструкции фармакокинетику, то мы увидим там такое заключение. При внутривенной инфузии со скоростью около 2 мл в минуту в пересчете на неразбавленный цитофлавин, янтарная кислота и инозин утилизируются практически мгновенно и в плазме и крови не определяются. То есть вот они были, вот мы их ввели, и они тут же исчезли. Поскольку они исчезли тут же, мы их никак не можем уловить. То есть, ясно абсолютно, что они могут в головной мозг и не попасть. Потому что вы никак, собственно говоря, доказать не можете. Когда они вот прямо секунда, и они из крови исчезают. Значит, происходит, в общем, такое простое явление, как вот препарат из крови исчез. Значит, это еще одна, одно проявление фуфломицина. Значит, бывает такое, что он вообще не вылавливается в крови, а бывает, что он просто мгновенно из крови исчезает. Это и есть фуфломицин. Следующий очень и очень важный признак фуфломицина – это безграничные возможности препарата. Если вам кто-то говорит, что препараты возможности безграничные, ну, например, Семакс показан при интеллектуально-амнестических расстройствах, при состоянии постчерепно-мозговой травмы, диссертатурной энцефалопатии, приходящих нарушениях кровообращения, период инсульта, адаптационные возможности, профилактика психического утомления, атрофизии, ну, и так далее, и так далее. Просто читать это все невозможно. И даже при ишемическом остром инсульте тоже показан. И в то же время побочное действие при длительном применении возможно слабое раздражение слизистой оболочки носа. Ну, наверное, проще говоря, слабый насморк. Как это может быть? Вот на самом деле, с точки зрения нормальной научной фармакологии, этого быть не может. Почему это так? Потому что препараты можно условно разделить на две большие группы. Нет побочных эффектов и нет эффективности сильные побочные эффекты и высокая эффективность. Почему это так? Я знаю, что многие хотят, чтобы был препарат эффективный и без побочных эффектов. Ну, это так по одной простой и ясной абсолютно причине. Дело в том, что эффект он один. Ну, например, предположим, скажем, учащение сокращений сердца. Так вот, если это нам нужно, предположим, у человека сердце сокращается медленно, нам нужно его участить и препарат действует в этом направлении, то это будет терапевтический эффект. А если нам это не нужно, и сердце бьется и так часто, то это будет эффект побочный. Но эффект один. Соответственно, чем больше у препарата эффектов, тем больше эффективности и больше побочных эффектов. Нет эффективности, то нет и побочных эффектов. Приведу простой пример. Мы уже много раз говорили про вальпраты. Много механизмов, обратите внимание, действия. И э, через гамкаргическую систему, и блокирование, и глутаматную систему, блокирование натриевых, кальцевых, калиевых каналов, которые есть практически на любой клетке, то есть препараты действуют на все абсолютно. Поэтому эти препараты считаются непревзойденными, много раз уже говорили. При эпилепсии очень мощный препарат. При маниакально-депрессивном психозе, здесь на самом деле при биполярном эффективном расстройстве, очень и очень эффективные препараты. Теперь посмотрите, сколько побочных эффектов. Раз, это я просто специально перенес на слайды. Два, три, это все еще не, не все. И четыре. Вот это все побочные эффекты. То есть здесь соблюдается некое соотношение между эффективностью и побочными эффектами. Еще раз говорю, эффективные препараты всегда плохо переносятся. Ну и давайте мы вернемся теперь э, к тому же самому, например, Семуксу, который э, мы, про, мы здесь приводим. Препарат якобы эффективен при различных заболеваниях, при этом побочных эффектов у него нет. Но тогда возникает вопрос, а каким образом он может быть эффективен? Ясно, что здесь э, речь идет о пуфломецине, у которого нет никаких эффектов ни терапевтических, ни, соответственно, побочных. Так что мы с вами сегодня прочитали инструкции нескольких препаратов и вывели пять основных признаков фуфламицина. Вы можете эти признаки теперь выявлять сами, просто читая инструкцию. Обратите, пожалуйста, внимание, что это очень и очень важно, потому что фуфламицины они действительно убивают. Причем они убивают не за, не за счет того, что там что-то, например, есть, они могут убивать за счет того, что там ничего нет. Мы уже приводили пример картексина, который убивает. Но почему? Потому что люди думают, что они получают какое-то эффективное лечение. На самом деле они просто получают боль в заднице, боль вместе инъекции, а никакого эффекта у картексина нет. Но они-то думают, что лечатся, а на самом деле при этом они запускают болячку. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Мы вас сегодня наделили очень и очень важным знанием. Нам бы хотелось, вот впервые в мире мы на самом деле это все делаем, впервые мы это все формулируем. Пожалуйста, комментируйте, пожалуйста, лайки. И самое главное, подпишитесь на наш канал. Пускай YouTube поймет, что мы действительно важные сведения распространим, нужные, полезные, чтобы каждый человек мог сам определять фуфломицин без всякой этой самой доказательной медицины, где, как вы понимаете, человек, который не разбирается в этой ситуации, может и, собственно, что-то пропустить. Ну, конечно, становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч.